После выхода этого материала в эфир нам позвонили сотрудники предприятия. Они сообщили, что якобы руководство обещает их уволить. Об этом они узнали от своих коллег. Как полагают сотрудники, это может быть связано с тем, что они рассказали о проблемах на предприятии журналистам. После последнего дня работы, перед 8 марта, нам должны были повесить объявление о техпростое в связи с отсутствием сырья. Но такого объявления не повесили и передали на словах. Соответственно, все работники на работу не вышли, и техпростой оформили задним числом, не указав там, как обычно, право невыхода на работу. Других работников простили, а меня и некоторых других людей, которые тоже не боялись отставить трудовые права, решили уволить.